Приветствую вас. Я думаю, что для начала надо бы определить, что вы вкладываете в это вот понятие небезразличия. То есть, когда вы говорите, что появился человек, который не безразличен вам, очень важно определить, как именно он вам не безразличен, понимаете? В чем проявляется это небезразличие, что оно из себя представляет, какое оно небезразличие. И именно в зависимости от этого, именно в зависимости от этого, именно в зависимости от природы вашего небезразличия, и будет сформирована стратегия работы с вами. Понимаете? В остальном я вынужден согласиться с коллегой Кудряшовым Игорем Леонидовичем. Вот, в остальном я вынужден согласиться с коллегой. И, значит, подтвердить, что появление человека в семье, ну, то есть вот то, что у вас семья, да, и появится человек, который вам не безразличен. Появление человека означает, что вы чего-то хотите. Вам что-то нужно. И это что-то, что вам нужно, вы не получаете в семье своей. Вот. Знаете, какая штука? Вот. И вам, не, ну, вам необходимо это признать. Признать тот, ну, тот факт, да, признать, что вы, значит, в семье своей не удовлетворены, вот, и не получаете, значит, того, что вам хочется, вот, в своей семье, да, вы, ну, просто вот не получаете то, что нужно. Это значит, что и отношения, значит, в вашей семье, ну, собственно говоря, выстраиваются так, так же. Они выстраиваются, отношения в семье, то есть без учета ваших каких-то, ну, желаний, без учета ваших потребности. Вот. И перед вами стоит выбор сейчас. Либо вы, значит, для себя решаете начать, к примеру, требовать
от своей семьи то, что вам необходимо, вот, либо ваша семья рискует разрушиться именно по причине того, что, ну, неудовлетворенность будет шириться все больше и больше. То есть неудовлетворенность будет увеличиваться все больше и больше. До тех пор, пока либо вы, ну, например, не заболеете, да, вот, либо окончательно ваши отношения не расстроятся в семье. Вот. История здесь, она, на мой взгляд, такая, к сожалению, как это видится мне. В принципе, наверное, все. То есть вот так вот можно вам ответить. Если вы хотите быть счастливой, да, то нужно разбираться с тем, как возникло небезразличие, если вы хотите быть счастливым. Если семейные ценности для вас важны, то, опять же, ну, вы можете от этого человека отдалиться, конечно, но даже если вы отдалитесь от этого человека, то все равно вам нужно будет спросить себя, что я хочу. Потому что если вы не будете счастливы, то и ваша семья не будет счастлива. И вопрос тогда, который у меня к вам, он будет звучать так: какой смысл тогда в семье? Получается, что семья в таком случае для вас выполняет, ну, какую-то, знаете, вот функцию, да, средства. То есть вам ваша семья нужна как средство. Вот. Согласитесь, это не очень приятно. Вот. Я уверен, что вы не хотите, чтобы так было. Коли так, то вот вам мотив работать над собой, мотив что-то делать. На этом все. Я надеюсь, что вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.